Массовая мутация, смотрим. Такие. Ага. Привет, Витёк здесь, и эта игра про гигантский лютый цилиндр бесконечности. Ну, так называемый вечный цилиндр. Блин, эта игра так напомнила спору, кому тоже обязательно, ребят, напишите об этом. Поставьте лайки, поддержите эту игру, чтобы мы дальше продолжили в нее играть. Как вы помните, мы вышли из вот этого вот домика, в котором мы получили какие-то знания. Но так как английский язык у Витька, как у Google переводчика, то Витек... О, смотри, еще один челик лежит. А, прикиньте, чит какой. А, он за 4 теперь покупается. Я здесь уже купил одного челика, и вот тут еще один появился. Ну ладно. Ладно, побежали. А, здесь наша задача... бежать. Погнали, 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 погнали. Пока экономим. Shift. Потому что на шифте мы, конечно, поедем, но это... О, oh, ноу! No! Цилиндр продолжил свое разрушение. Ничто не сможет его остановить. Никогда! Цилиндр бесконечности в атаке! Задача говорит передвигаться как можно быстрее. Вот эти вот облака, кстати, восстанавливают. Видите, у меня вот эта энергия. Облака восстанавливают энергию. Витёк, катись отсюда! Так, нам нужно вот до той вышки. Давай, Витёк! Мешку подзарядимся и на вышку поедем сразу. Учи там, аммонит какой-то. Ой, прыгутень, прыгутень, прыгутень. О, господи, прям мне в лицо прыгнул. Ты чё, я чуть не испугался. Все, сейчас мы выключим цилиндр. Но он так эпично катится, а. Посмотрите, он такой... Он огромный, он реально бесконечный. Цилиндр бесконечности в ту сторону, в эту сторону. Смотри, как горы рушатся. Просто эпично. Ладно, пора валить. А ну нафиг. Деревья прям перелетают через него. А эти чуваки спасутся или их задавят? О, задавило пацана! Нет, пацан, к успеху шел. Блин, какой он огромный все-таки. Как это эпично выглядит. Ёлки-палки. Внимание, вопрос. Что... О, что это такое? Там дерево падает, смотри. Ты что такое? Что это за кокурина? Меня какую-то розовую штуку кинули. Что это? Это просто еда. О, вот эту штуку можно сожрать, кстати. Попробуем, что у нас вырастет. В общем, превращает все материалы в твоем инвентаре в воду. The Trebon were excited by this discovery. This new mutation would allow them to extract water from ingredients that were otherwise quite dry. But the voice cautioned them to be careful. More water was useful. But this process would not extract any nutrients. They would have to use it carefully and wisely. В общем, нам напомнили, что... Ой, какой я прикольный, смотри, стал. Боже, какое чучело. В общем, вода, конечно, это прикольно, но, говорит, ну кушать тоже надо, не забывайте об этом. Так, я что-то увидел вдали. Во, вон та... Какая-то непонятная штукенция. А, я до нее не дойду, тут смотри, тут овраг. Тут овраг. Перейти пока я не могу. Возможно, у меня появится какая-то противозагазованность. О, яйцо. Смотри, яйцо, 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 яйцо. Так. Только где его разогреть? The Trebon found themselves almost as lost as they had been in the beginning. But the voice and their memories comforted them.
It was only natural to be confused, it said. They had been born into a strange, broken world, cut off from the history of their ancestors. Просто рассказывают интересности всякие. What mattered was to keep going, to keep looking for answers, to keep carrying the light they held within them, the light that stopped the cylinder. Пришло понимание, что им нужно просто продолжать свое движение, продолжать поиски того, что нужно и так далее. Вот это что такое? Ух ты! Ого! Витек секретку нашел. Ну-ка, яйцо полежи. Что это такое? Погоди. Я могу падать? Могу падать. Хоп-хоп-хоп, секретонька, ребята. Золото, бриллианты, все мое. Какая-то штука еще, смотри. Ничего, что я на себе все эксперименты ставлю. Надо ее съесть до того, как я ее выпил. О! Перцептив айс. Вау! Прикиньте, я теперь как ведьмак могу. Так, это тоже засоси, что это такое? А это минералы. Какие-то минералы нашел. А с этой стороны что? Ой, с этой стороны еще интереснее, ты посмотри. Какая-то штукенция вон лежит. А ниту возьмем. Ну-ка съешь вот эту штуку. Да не... Вот это вот упало. О, она что-то дает. Ну-ка. Смотрим. Пык. А, это минеральный процессор. Прикольно. В общем, теперь... Аня с мозгом у нас. Она может преобразовывать те вот минералы, которые я сейчас вот тут понаходил. Она может их преобразовывать. Так, как там инвентарь был открыть? Инвентарь. Она теперь может преобразовывать их вот в эти штуки. А я могу переложить инвентарь? О, отлично. Я могу просто ей передать, и она будет сама это крафтить все. Прикольно. Все, Аня занялась делом. Прикольно. Так клево, тут еще есть, надо еще собрать. Давай, посыпь на эти камни. Ну ладно, это ради прикола. Так, а что там наверху? Лазим наверх. Ой, там ящик. Вот эти штуки нам нужны. Мы за них друзей своих получаем. Что в ящике? Какой-то мега минерал. Кстати, вот эти, которые... Во. Я прочитал, что... Тихо-тихо-тихо, стой. Я прочитал, что такие с желтыми штучками нужно бросать в стенку, и они разбиваются. Вот надо посмотреть, что эта штука дает. Ее можно съесть. Что она даст? Ага. Броня. Какая-то броня, которая позволяет от мелких хищников защищаться. Но почему-то Аня перестала перерабатывать. Аналогично. Давай, ты пойди, сожри вот эту штуку, скажи мне, что это такое. А это просто вода. Ну ладно, давайте валить отсюда. Прикольно, конечно. Любопытно. Надеюсь, парни смогут за мной уехать. Ну, я, конечно, прокачался в какого-то лютого чувачка. А, они-то у меня теперь бронированные вообще. Где выход? Бака-бака. Е-е-е, я вышел. Надеюсь, ребята тоже выйдут. Или по звукам они пытаются, по крайней мере. Так, там рот. К рту мы не пойдем. Рот злой, рот меня съест. Хотя, возможно...
О, вот и ребята. Ребята, за мной! Нас ждет великое приключение в пирамиде. Хотя я не уверен. Но нам явно сюда. Пошли. Вот другое яйцо с собой берем. Какой-то еще... Шрайн. Святилище. О. А яйцо? Нет, они отобрали мое яйцо и закрыли вход. Как так? Ну я нес сюда своего друга маленького будущего. In this strange, eerie temple, the Trebum felt something stir in their memories. Так они почувствовали, что здесь кто-то будоражит их память. Великая мощь в этом месте. Когда-то давно здесь было что-то крутое. Возможно, оно поможет им сейчас. Я вижу, он там какого-то светлячка. Эти штуки летают, что они хотят от меня? Нам явно вот сюда. Вот к этой штукенции. Мама, 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 мама. Нет, спасите, помогите, что происходит? Ой. Ага. Сюда нужно притащить вот этих вот штук летающих по одной. И поставить каждую вот в эту штучку, да? Ага, да, они летают за ним. Интересно, почему? Типа он главный? Так, расстанавливаем. Хорош. Что происходит? И что это? О, господи. Какая-то карта. Требумы были дезориентированы для нас. Что-то новое появилось в их головах. Походило, это была карта. И на этой карте было отмечено местоположение. Какой-то защитник. Ящик. Their ancestors must have created this map for a reason. Угу. Так. Ну, кстати, туда-то я, наверное, могу запрыгнуть, но только нужно прыгательные лапы, а у меня прыгательных лап нету. Уходим отсюда. Может быть, найдем кузнечик, сейчас вернемся сюда. Живую башню не... Ух ты, что это? Какое-то странное животное ходит, говорит, за цилиндром. Прикол, а где мои чуваки-то? Круто, меня яйца лишили, чуваков. А, вот они. Я бы с удовольствием, конечно, сошел бы еще раз, проверил бы что-нибудь интересное там. Но здесь, видите, закрылось все. Видимо, сюда нужно заходить сразу, зная, что тебе нужно. Ну, это еще бетка явная, ребят. Прям лютая бетка, поэтому не переживайте. Все еще изменится в этой игре. И яйца будут, наверное, на месте оставаться. Ой, ребята, проблема в том, что здесь тоже яйца нет. Что за фигня? Я как самая заботливая мать-отец. Пришел, значит, яйцо вырастить, а его нету нигде. В общем, зря я его взял досрочно. Надо было его брать уже после посещения храма. Ну вот видите, как бывает. Тихо-тихо-тихо-тихо, чуть не улетел. Так, где свет? Найдите мне, пожалуйста, вон свет. Нет, это не тот свет. Вон, белый свет. Нет, это колонна. Ну, видимо, нам туда к колоннам и надо катиться. Чё, погнали? Мы, наверное, готовы. Цилиндр пошел! Витёк, катись! О, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! Резкий маневр! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! Чё вы злые такие все, а? Я маленький. Не хотят меня съесть.
Он катится! Ну ладно, я уже рядом. Я уже рядом с башней. Изи вообще. Не нашел проблем никаких. Он пускай катится. А мы посмотрим, что здесь. Все равно дальше столбов не пройдет. Опа. О, приболел что ли? Что случилось? Покорми, говорит. Все-таки механика голодания только сейчас появилась, да? Энергетический мешок и мешок. As their fear faded, the Trebums started feeling weak and tired. With all the excitement and adventure, they'd neglected their most basic needs. The sound of an empty stomach reminded them that survival requires more than escaping from danger. You also have to eat. Напомнил, что им надо кушать. One of the many gifts of the Trebum is the capacity to store food in their bodies. But they still need to digest it to gain the vital energy that gives them strength. And for such small creatures, they do require rather a lot of food. Fortunately, the savanna was rich in flora and fauna, which would satisfy their little bellies without necessarily triggering a mutation. Ага. В общем, теперь нам нужно еще и кушать, ребят. Нам об этом игра напомнила, что, говорит, у ваших чувачков есть желудки. Они могут содержать запасы энергии в своем теле. Соответственно, ходите, как говорится, и кушайте. Не забывайте об этом. Слава богу, кушают все вместе. Кстати, у меня какой-то челик был, у которого в инвентаре были грибы. Давайте. У, карта, кстати, карта. Погоди. Все, грибы съедены уже, судя по всему. Погоди, а карту как открыть? Вот я здесь. Смотрите, здесь есть какой-то кратер, а здесь есть какая-то штукенция. Видимо, нам туда и надо. Очередной алтарь мысли. Пошли кратер изучим сначала. Вот он, кратер этот. Да? А, вот он. Все, нашел. Опять какая-то секреточка, ребят. Ух ты. Что это такое? Прыгалка, что ли? Ауч! Это прыгалка. Ии, кто-то улетел. Кто-то со звуком ии улетел. Так, какая-то пещера. Что за столб? Что-то я не то делаю. Это фруктики падают. Ну-ка, что даешь? Это с фруктик энергия. Энергия не то что. А, нет, что-то со мной случилось. Люминесцентная кожа. Вау, я теперь свечусь, пацаны. Я лампочка. Ха, круто. Кто еще хочет быть лампочкой? Давайте все вместе будем лампочками. А, я могу все это сожрать, а потом другим дать в инвентарь. Пацаны, разбирай лампочки. Каждого по лампочке. Электрификация всей страны. Как тебя поделить? Shift. Правой кнопкой. А, можно прям съесть. О, вот так вот. Прикольно. Все, я каждым съел. Сейчас массовая, массовая мутация. Смотрим. Такие. Классно. Такие. Так, ты что такое? Это просто лампочка. Мы теперь светленькие, пацаны. Так, тут что-то льется. Можно попить, типа. Опа, смотри, камушки. Ой, там много камней! Ой, это опять штука, которая позволяет переваривать металлы, материалы. Давай дадим... Вовану дать. А Вовану дадим эту штуку. Пусть он переваривает металлы у нас.
Бам. Во. Процессор. Процессор ему дали. Будешь кушать у нас вот эти штуки все. Будешь генерировать нам вот эти звездочки. Вообще забавно все это выглядит. Так, надо себе прыгуна где-то добыть. Без прыгуна, конечно, не ахти. Значит, мы светимся теперь. Наблюдайте за нашим свечением. Что здесь? О-о-о. Вот он может высоко прыгать из воды. Вот его преимущество. Видите, как он умеет делать? Это вот ласты вот эти, которые на нем. А здесь что? А, это минералы. Это мы тому пацану передадим, он у нас переварит все. Так, но это только первый этаж, там еще второй этаж был. Можно включить лампочку еще. Так, давай ниже. Пещера мечты, а просто. Слушай, я так обожаю во всяких этих играх такие вот пещерки там, где ты лазишь. Что это такое? А, вот они, кузнечики лежат. Кузнечики лежат. Так, кто будет кузнечиком? Может, этот чел и будет кузнечиком у нас, Вован? Да, Вован будет кузнечиком. Он сейчас не может сожрать эту штуку, да? Но сейчас передадим немножко. Инвентарь чуть-чуть освободим. Сейчас он сожрет у нас. А, я мог бы просто сожрать каким-то другим, да? Можно, кстати, два кузнечика каких-то сделать. А, кузнечик Вован и кузнечик Чел, например. У нас вообще сейчас ни с чем. Все, Чел кузнечик и Вован кузнечик теперь. Ну-ка. Пук. Во! Во! Там челик лежит, смотрите, полудохлый. Надо его спасти. Вот это я понимаю прыжки. А то пык-пык. За 4 его можно спасти. Ну, давай спасаем. Как мы его назовем? Можно Лупу и Пупу сделать, кстати. Бибу с Бобой хотите? Ну давай Бибу с Бобой, хорошо. Пусть будет Биба. Я вам давал вариант. Вы сами выбрали Бибу и Бобу. Я вам давал предложение Лупу и Пупу, но вы Бибу с Бобой выбрали. Так. Куда я скачу? Нормально я скачу. Сейчас мы вернемся туда, погодите, там было много вкусняхи. Сейчас я быстренько соберу ее. Ой-ой-ой, в потолок влетел. Застрял. Ух, сколько там вкусняхи-то было наверху, смотри. Можно обзаряжаться просто. Ууу, прикольно, все, зарядились, ребят. Видите, здесь одному чуваку все мутации давать нельзя, потому что тупо ты тогда какие-то вещи не сможешь получать. Вот это прикольно они сделали, то есть тебе это брать, я думаю, зачем вся эта братья нужна? А она тупо нужна, чтобы мочь. Тихо, ударился. Кто-то опять улетел. Все, выбрался. Прикольно, слушайте. Вообще клево. Мне очень нравится, как они это сделали, проработали. Немножко перекусить надо, а то еда голодается. Ну и теперь нам... О, яйцо, кстати. А где мы это яйцо будем готовить? Я понял, что в этой игре пока не найдешь, где приготовить яйцо, лучше его не брать. Я не вижу нигде греть лампы. Последняя лампа была на том берегу, как говорится. Ну, может, она опять появится после того, как я в храм схожу. Давай, пошли в храм. О. Здесь нужно квадратиком, что ли, быть? А, нет, можно просто войти. Окей. Спорно максималка, да.
Ой, здесь сколько ресурсиков. Надо подожрать чуть-чуть. Так, великую мощь, которая проходила через эту пещеру, они почувствовали. Но они ее не боялись. Эта мощь была знакомая, даже дружелюбная. Эти светящиеся структуры принадлежали их предкам. Да что за орехи непонятные? Чел, ну-ка, куси. Это просто орехи воды. А я же могу этих ресурсов набрать с собой, да, и тому чуваку передавать периодически, чтобы он их кушал. Какой-то светящийся активировать можно. Тоже. Надо, наверное, понять, в какой очередности активировать, скорее всего. Чтобы это понять, нужно где-то что-то подсмотреть. Так, давай смотреть, в какой очередности надо все активировать. Что-то здесь светится люто. Стоят какие-то кубики. Может быть, их просто все надо активировать, не в какой-то последовательности. О, погоди, я добро еще нашел. Какая-то звездная пыль, что это вообще? Как это назвать? Так, инвентарь. Вот туда надо передать еще камушков вот этих. А этот все в воду перерабатывает. Ну, попробуем все подряд понажимать, я даже не знаю. Здоровье. Это апгрейд. И смотри, это здоровье. Апгрейд здоровья. Увеличивает максимальное здоровье требумов. Я могу прокачать. 21.572. Ну что-то ни о чем, да? А это... стамина. Колесо стамина. Но если она с 21.5 на 21.572 прокачивается, ну это вообще ни о чем. Вы же это понимаете. Ты считаешь, что не прокачивается? Ну то есть там какие-то копейки. Это что такое? Увеличивает вместимость по воде. Это по голоду вместимость. А ты кто? Максимальное количество требуемов, которые могут присоединиться к семье. Сейчас 22.6. Это что, прикол такой? А если улучшить? 20 уменьшилось. Это что это так? Так нечестно. Уменьшается максимальное количество чуваков, которые ко мне могут присоединиться. То ли эта фигня еще не доделана, то ли что. Это было забавно. Ладно, и ладно, давайте оставим как есть. А что мне надо сделать все-таки тогда здесь? Сесть в лужу? Попить? Что? Видимо, я сделал все, что надо. Походу, надо выходить и уже и все. Отсюда. Я могу выйти. А, это минералы сколько есть. Все, понял. Это мои минералы. Тогда погоди. А так может быть нам еще здоровье надо прокачать тогда? Ага, сейчас все, уже не прокачаю. То есть смотри, все эти святилища можно посетить один раз. Но если б я знал! Это оказывается мои минералы были написаны, а не значение параметра. Фу ты, елки. Сколько у меня теперь здоровья? А сколько было? А кто его знает? Но я прокачал, у меня плюс 2 чувака может быть. Это хорошо. Так. Ну что? Музончик. Немножко развивается, да? Давай вот это поедим.
Ночь? Ночь унесла тяжелые тучи. Так. Погоди, а почему он из тех минералов ничего не делает? А он делает, но просто очень медленно, они очень крутые минералы, смотри. Они помногу дают, наверное. Смотри, у меня уже 20. Хоп, о, как они реально прилично дают-то эти минералы. Это очень выгодная штука. Так, и что теперь-то, кстати? По карте посмотрим. По карте я все посмотрел, радиус есть. Надо теперь переходить, типа, в другую локацию. Но я не нашел грелку. Я нашел яйцо, не нашел грелку. Какое-то дерево большое, я могу на него залезть? Невозможно оторваться, а? Я могу залезть на дерево. Я вошел в дерево. Дерево резко кончилось, ребят. Я в дереве. Так, все понял. В деревья мы не ходим. Ну это был великолепнейший цилиндр, ребята. Цилиндр бесконечности. Вечный цилиндр. Ну и вообще, цилиндр. Запоминайте это слово. Оно прикольное. Чё-то игра затягивает. Я, знаете, есть такие игры, в которые я играю, и мне потом не хочется из них выходить. Я сижу, что-то играю, играю, играю. И даже сейчас, вот перед прощанием, после как бы где я записью, и перед вот этим прощанием, я еще успел поиграть. И мы там много чего интересного нашли. И с этого будет начинаться следующая серия. Так что лайки ставьте, в описании ссылочка на плейлист появится, получается уже. Ну и делитесь с друзьями этим видосом. Добавляйте в плейлисты. Комментарии пишите. До встречи. Пока-пока.